Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть с Лорменсом. В общем-то, мне тут написали в комментах, что возьми вот этот навык и поменяй вот это на вот это. Авто-аим. И типа я так понял, что он будет прям точно лететь куда тебе надо. А в общем-то, да, я немножечко поднял душонок и как раз-таки прокачался в этом направлении. Так, давайте скинем шмотку. Напишите, пожалуйста, как набрать много денег. Ну, кроме как золотые предметы продавать, что в принципе логично. Вот, я немножко подкачал, то есть я подкачал даже меньше уровня, пока фармил арену. Вот, с боссом, с последним, который там у нас был. Так, давай зайдем вот сюда и посмотрим, сколько... О, тут 17 уровень всего лишь нужен, давайте сегодня вот эту. Мне кажется, или тут будет легко все. Напишите еще в комментариях такой момент с этим. Где можно русификатор скачать? Можно ли в принципе его скачать? Типа, если нет, то печально. Здрасте. И что, я могу просто пройти, не наступая на эти штуки? Противников совсем не будет? А-а-а, мне именно надо пройти. Так, ладно, давай, открывайся. Оу, неплохо. Все, вопрос исчерпан. А, слушай, да, это имба прям. Вообще имба, комба. Да, то есть она автоматически выстреливает, куда тебе надо. Так это вообще супер. Не, нет, супер. Еще молнии какие-то. А, молнии это, наверное, от этого. Получили. Бафом. Да, молнии это баф. А за счет лука мы неплохо дамажим. Так, туда нам предлагают пойти, но мы не, я не хочу пока идти. Мы вроде еще тут не все зачистили. Тем более денежки. А деньги нам очень нужны, как оказалось, да? Чтобы купить себе что-то интересное, нужно очень много денег. Очень-очень много денег. Так, у нас есть проход наверх. Но пока мы, в принципе, без прохода справляемся неплохо. Все, электричество кончилось. Так, проход куда-то вниз еще есть. Готов. Так, ну тут, конечно же, идем в луки. Пока что. Там докачаем, посмотрим, куда можно еще пойти. Ну, я думаю, что смысла больше. Пока что некуда идти. Так, надо, главное, не заблудиться, а то я тут гуляю. Гуляю и могу спокойно заблудиться. А, все. Блудиться негде. Заблуждаться, если быть точным. А, тут выход даже был. Хорошо, хорошо. Так, давайте доберем последние монетки и пойдем отсюда нахрен. Видимо, мы все собрали. Так, мы что-то нашли. Ничего хорошего среди этого нет. Так, проход был наверх. Погнали наверх. Кто это меня выстрелил так сразу? А, что? Мне показалось, или я видел, как она отрикошетила? Походу там шанс на рикошет какой-то есть или что-то в этом роде.
Потому что стрела 100% отрикошетила. Так, ладно, погнали. Да, вот если русификатор, кто-то знает, где скачать нормальный, я бы с радостью скачал. Ой, огненные болты, прекрасно тогда. Как прекрасно, огненные болты. Ой, путинка. Ой, сколько народу тут. Дайте я пробегусь. Мана не тратится, все хорошо. Неплохо. На тебе снаряд. Да, слушайте, тема-то хорошая. Особенно огонь. Так, мы турельки прокачали. Мы прокачали. Мне кажется, или мы уже почти пришли. Да, предчувствие, что мы почти пришли. Так, ладно, тогда пойдемте наверх сходим. Посмотрим, что там есть. Через вот это вот проходик. Жалко, что вот здесь лутаться нельзя. Да, очень жалко, что тут лутаться нельзя. Серьезно, ничего нету? Так, и тут пусто. Получается, все, остался только низ и больше ничего. С порталом как раз. Так, идем дальше. Так, тут все. Тут все. А, походу это не все. Себя окружили, то как. Да, само наведение, конечно, тема хорошая. Особенно у такой хорошей пушки. Да, я думал, это последняя комната. Видите, как все красиво повернулось. Бафы заморозки, конечно, интересны, я не спорю, но, блин, мне вроде пока и без заморозки неплохо давалось их разваливать. Заморозкой просто поприкольней. Что вот сейчас их убило, кто мне объяснит? Они просто подошли ко мне рядом и умерли. Я их даже не трогал. А, это кристалл. Точно. Я думаю, что их убивает. А это их убивает кристалл, который вокруг меня крутится. Скорее всего, это он. Ну, мне просто вариантов других нету. Я решил уверить себя в то, что это он, потому что, а кто еще? Кто еще это может быть? Кроме как кристалл, который вокруг меня летает. Логично, логично. Так, тут портал на выход. Еще он и стреляет.
Так, я прокачал арбалет, и я открыл нового чувака. Возможно, это тот самый чувак, который будет нам барыжить прикольными штучками. Все может быть. Ну, этими, которые кристаллы вставлять во всякую фигню. Да, все, тут больше ничего нету. Да. Русификатор реальный, я бы с ним хотя бы разошелся более-менее. Привет. Надеюсь, чувак, ты полезен, уж честно. Так, сейчас еще посмотрим, что мы насобирали. Да, я знаю, спасибо. И мы насобирали всякой шляпы. Нет. Это дает 9 пать. А, нет, нам это не надо. Нет, спасибо. Короче, ценного ничего нету. Нам надо с этим чубриком поговорить. Пойдем по базарям, посмотрим, кто он такой. У него в руках алмаз. Я думаю, что это тот чувак, который будет заниматься огранкой наших камней. Ну, либо устанавливать их в броню. О, какое-то благословение накинули. Привет. Так, за 4 тысячи, за 40 тысяч. Давай 4 тысячи, наверное. Да, вставьте камень. Ну, тут для тупых. Броньку, камень и какие-то плюшки. Давай возьмем вот. Я себя очень сильно верю, поэтому поставим вот так. Так, давай возьмем вот это. Только не в таком количестве. Вот так. Ага. А сюда что поставим? Нет. А, понятно. Да блин. Как мне разложить? Как мне разложить все? Ну давай вот так сделаем. Минус. Я просрал камень просто. А, ты типа прокачиваешь снаряжение. Все, я понял принцип действия. Принцип действия я понял. Но у меня кристаллов мало, типа. Все, чувак есть. Огранник, хорошо. Сейчас мы сбагриваем торгашу шмотки и идем дальше фармить. 150 тысяч у меня нету. Тут что ты хочешь предложить? Макс маны мало. Очень мало. Кольцо на... Нет. Мантия. 280, 5 макс маны. Кстати, может быть пойдет. Давай, я вот это у тебя куплю. Это нет. Это нет. Это нет. И это нет. Давай смотреть. Я правильно приобрел себе штуку? Да, все правильно. Держи. Все, погнали. Маны больше. Да, сейчас еще, наверное, зачистим одно подземелье. Тут у нас оружие прокачалось уже. Неплохо таки. 11 уровень как-никак. Но мы верим в то, что может... Короче, чтобы прокачать себе шмотку, я думаю, что как вариант надо качать золотые. Ой, смотри, давай вот сюда пойдем, там какой-то переключатель. А, тут три переключателя. Скорее всего, они откроют дверь к финальному боссу. Меня не заставят бегать по всему комплексу, искать этот гребаный переключатель. О, смотри, там какая-то хрень вокруг меня. Не знаю, что это. А, она меня замедляет? Спасибо, блин. А, понял, не вставать в лучи. О, тут, кстати, камни начали падать для прокачки. После того, как мы этого подобрали, нам начали камни падать активно.
даже не знаю, во что я, куда я бегу. У меня два дебафа. Это как бы нечестно, если честно. Если честно, это нечестно. Потому что я не увидел, куда они упали, и просто на них встал. Так, спасибо, блин. Два. Да как так-то они в меня попадают на изи просто? Да, вот это мне не нравится. Эти дебафы, они мне прям очень сильно мешают. Так, камни это хорошо. Мы их сможем за них счет прокачиваться. Но я вот уже почти несколько раз рожи налез на эту штуку. Да, эта штука стреляет. Уже хорошо. Ау. Да блин, я так сдохну просто сейчас и все. Я не умираю от мобов, блин, меньше урон наносит они мне, чем эта хрень непонятная. Пиздец, просто жопа. Реально, я сейчас от них откисну просто и все. Тут соберем всякого. Ой, это кто ты такой? А ты мне не нравишься почему-то. Ой-ой, как ты мне не нравишься так. Спасибо, что ты сдох. Но хп у меня становится все равно мало. Да. На, нет, все же спасибо, кто написал по поводу этого. По поводу этой имбы. Такое чувство, он именно вперед меня стреляет. Так, тихо, ёб. Все, пиздец мне. Просто сдох. Ну и все. Ну то есть уровень дебильнейший. Давай тогда вот сюда сходим. Тут побольше, конечно. Но реально уровень дебильнейший. Он мне... Я просто не готов к нему еще. Вот и все. Кстати, у меня душонок-то много. Так, это давай сюда скинем пока что. Понятно. Так, что у нас по душонкам? Еще два навыка дали. Я хочу вот этот взять. Не знаю почему, просто хочу его взять. Так, здесь мы взяли макс. Здесь мы вот это качать начали. Посохи. Оставимся на этом. Здесь макс, здесь макс. Здесь один раз. И здесь хпшечка один раз. Здесь вот это я хочу прокачать. И 2000 у меня остается до вот этого. Все, погнали. Тут есть какие-нибудь дебафы? Какие-то дебафы есть. Ключевое слово какие-то. Непонятно какие, поэтому пойдем. Нам вон туда. А, все, я понял. Тут вообще изи. Тут душонки взрываются и все. Ну это типа вообще хрень полная. Я, кстати... А, я ж там прокачался неплохо. Это нет, это имба. То, что они взрываются, это вообще не страшно. Потому что, ну, взрываются. Просто он шмальнул, они все взорвались и все. Главное близко не ходить и все, нормально будет. Да, радиус у них, конечно, геморройненький. Все, добей там всех. Я пока ящики пособираю. Ну имба не имба, разве.
Так, 35 тысяч тем временем. Тем временем 30... Ну нет, с душами легче, чем вот этот лазер, который тебе на голову постоянно падает. Ты вообще не вменяешь, в какую сторону тебе бежать. А так вот, троих вынес спокойно, четверых. Они взорвались, пробежал. Так, у меня предчувствие, что мы бежим именно... Хотя хрен знает, в каком направлении нам точно бежать. Нам еще направо сходить в идеале. Но мне кажется, тут тупик, да. Это прекрасно. Понятно. Мне лучше туда сходить. Ну, они за мной далеко вроде побежать не должны. Они должны отстать в прекрасный один момент. Потому что нам направо надо сходить. Ой, какой-то дяденька злой. А, это босс в предыдущей локации. Только в миниатюре. Только в миниатюре. Так. А, мы могли тут зайти. Так, получается, нам надо наверх. Ладно, посмотрим, что там будет. Боссы, это, конечно, интересно. Но вот это вот не понравилась мне комната, которая просто меня закидывала всякими дебафами, из-за чего я потом просто ваншотнулся. Вот еще ребят накидал. Вроде все, да? Или не все? Фиг его знает, все, не все. Не, не все. Там еще этот, походу, который призыватель. Здесь я кого-то видел такого здорового. А, вот он. Я застрял тут. Блюдо. Да, урона не хватает, конечно. Ну ладно, это не проблема. Лук прокачается, все прокачается. Говорю, лук прокачается, все прокачается. Лук 12-й апает. Нате вам. Баллисточку. Нате еще баллисточку. Спасибо. Так, и мы вроде бы почти все забрали. Что-то да, как-то деньги выпадают только когда я башку разбиваю эту штуку. Обидненько. Очень обидненько. Так, тут все. Не, реально, как будто только из-за башки идет. Что? И чё это за плюсики? Ну, короче, шмоток тут нету. Не, подожди. А что, она заполнилась, у нее шкала заполнилась. Чё я с ней сделать должен? Я не понимаю, что я с ней сделал должен. Ничего. Может, ее прокачать как-то можно? Типа... Короче, понятно, это, скорее всего, прокачка идет в этом. Вот и все. Прокачка идет у этого чубрика, который с нами будет потом тусоваться.
скорее всего, именно это и будет. Потому что я пока, ну, плюсики есть, я не вижу. Но я потом посмотрю, переведу там на видео, если что. И узнаю, что там было написано. Давай. Так, что у нас справа? Справа ничего, снизу ничего. Давай слева зайдем, потом уже пойдем правее возьмем. Так, тут тоже ни черта нету. Так, получается, тут тоже ни черта нет. Ах ты, собака, на 117 урона мне нанес. Офигеть. Так, тут вроде тоже пусто. Идем выше. Блин, как башня красиво падает, а? Развали там всех пока что. Блин, обидно, что она не разваливает, пока я не приду. Так, давай направо сходим, посмотрим, что там. А, серьезно, она отработала свое и все? Обидненько немножко. Да, очень даже обидненько. Так, погоди, у нас есть спуск вниз. Давай сходим вниз. Так, есть еще спуск вниз. Все, спуска вниз больше нет. Так. Пока непонятно, куда мы идем. Какая-то тюрьма очень огромная. Так, это типа тупика? Нет. Ой, как много душонок выпадает. Я очень много камней собираю. Мне это и нравится, и не нравится. Предчувствую, что придется очень хорошенечко оружие прокачать. Ага, то есть там проход есть. Ну, хрен с ним, я думаю, что... Ладно, давай сходим. Я думаю, что там кто-то есть, либо что-то есть. Не люблю, когда на карте остается хрень. Вот тут вот тоже хрень какая-то есть. Я туда сходить забыл. Сейчас узнаем, есть там кто-нибудь или нет. Просто выстрелим и все. Да, кто-то был. Какие-то ящики с деньгами даже. Но я вниз точно не пойду. Хотя, блин, так и хочется сходить, хрен с ним. Если сейчас, типа, полоска... А, полоска тут не заполняется почему-то. Да, вот финаль. Ну, хотя там вон еще что-то слева. Может быть, проход и будет. Сейчас узнаем. Просто я хочу, чтобы проход был. Потому что, ну, кусок здоровый там не открыли. Открываем. Угу.
О, мы гоблина какого-то открыли. Мы открыли какого-то гоблина. Не знаю, кто это, но мы его открыли. Давай, вперед. Так, босс появился. Хорошо. Заморозочку тебе. Вот тебе еще одну башенку. Вот тебе минус босс. Так, забрали все. Походу, да, нам надо будет налево еще сходить, вернуться туда. Хотя, фиг с ним, я не буду возвращаться. Если что, прокачаться, проблем у нас сильных не бывает с этим. С прокачкой. О, подожди, так это вообще показывает, как будто нам надо спуститься этажом ниже. Давай. Это выход. А, все, мы вышли с локации. Да, мы что-то там не подсобрали, но ничего страшного. Так, давай смотреть, что у нас по навыкам. А, ты. У нас открылись капканы. И вот это у нас открылось. 10 штук. Угу. Я думаю, что вот это взять. Да, тут дальше какой-то яд. 55 маны. И... О, погоди, вот это взять. Это, наверное, радиус. Мне кажется, это радиус плюс 14. Я, короче, оставлю. 6 уровень надо. У нас 5. Давай посмотрим, что у нас тут. У нас тут 7. 2 стрелы. А, на 64 маны придется тратить. Cooldown time плюс 15%. А мы за это ману тратим. Да тут что? Тут какое-то поле, тут какая-то хрень. Тут непонятно. Я хочу вот это взять. Давай возьмем, посмотрим вообще, как это будет. Да, 2 стрелы. Хрен с ним. Надо, пойдем. Так, мы шмотки можем прокачать. Надо было реально золотые оставлять. Могли бы сейчас золотые прокачать. Да, вот нам новое благословение накинули. Давай. Ты предлагаешь мне прокачать шмотки. Ну вот это, например. 100% она. Так. Давай вот этот камень. 100%. О, неплохо. И что ты теперь? А, ни хрена себе, шикарно. Так, теперь как? А, на 0. То есть все, мы ее снимаем. Берем вот эту и прокачиваем ее. Так, теперь вот эту вот. Короче, мы теперь так можем качать. Макс ману я хочу прокачать еще. Вот, теперь у нас, ну, хотя бы больше. 0,4% плюсом. Все, я понял принцип работы этого чубрика. Так, что у нас по шмоткам? Прелесть в том, что... Угу. Так, пока у нас все шикарно. Давай вот так сделаем. Больше маны, но меньше атаки, но чуть-чуть буквально. Ну, давай уж лучше ману возьмем. Атаку-то мы всегда сможем намутить. Так, а что он дает? Опять минус атаки чуть-чуть. Ладно, он синий, мы можем его прокачать потом, если что. Все, это мы все продаем 100%. Ну, слушайте, прикольненько. Мы можем прокачивать шмотки, оказывается, просто получив их. Ну, просто поиграя с ними, ты их просто прокачиваешь. Это хорошо. Забирай. Итого у меня 37 тысяч. Мне надо 150. И по 100 тысяч за каждый сундук открытия, что никогда не будет в принципе. Сколько стоит у тебя? У тебя стоит 40 тысяч, да? Вот это вторая хрень. Это, я так понимаю, перековка. То есть из одного, из этого в эти, из этого в эти, из этого в эти и так далее до легендарей и так далее. Тут вот такая же хрень. Скорее всего, именно так и есть.
Давайте на этом закончим. Спасибо за совет вот этим навыком. Точнее, с вот этим навыком. Вот. Типа, я хочу посмотреть радио. Я посмотрю вот на эту хрень. У нее типа радиус должен увеличиться. Вот. И посмотрим, насколько сильно он увеличится. Я так понимаю, если это он. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.